Привет, родной! Сегодня у нас все. Ох ты, нифига хороший. Сегодня у нас 7 октября. Клинок родной. Клинок родной. Мы-то охотимся за Харюнзом за мелким. Что ты у нас тут делаешь? Вон на пчелочку. Красавица. Ой. И прям под лодку. 7 октября. Охота за тайменем продолжается. Правда, все у нас как-то медленно это происходит. На блесну ничего не происходит. Хотим на живца сейчас попробовать. Съехал. А живец нужен нам мелкий. Проблема поймать мелкого карика. Сидит, блядь. Даже не понял, как он сел. Поклевки даже нет. Хорош, ну опять лимон. Опять лимон. Опять лимончик. А не харюшки. Это я лоханулся. Здорово, Харис, правда. Мать, смотри, планета. Ух, ужасно, блин. Ну, бля, крупновато, конечно, Харизок. Все под лодку, да? Крупноватый корюшок. Нам нужен мелкий. Может, там мелкий? Этих русских хер поймешь, блин. Мелкий кариус в России клюет плохо. В Монголии крупный кариус клюет тоже плохо. Что делать?
Вот он, царь горы. Ну дождался, я дождался. Три дня терпел. Че, ёлка, за фотоаппаратом беги, наверное. Да. А вот знаешь, что будет взять? Давай, я поснимаю. Знаешь что, возьми. Возьми инструменты. Ящик только аккуратнее, он там не закрытый, по-моему. И этот. Фотик. И фотик возьми, ну. Фу. Yes. Красава, Леня. Сейчас, сейчас, родной, сейчас, родной. Потерпи немножко, потерпи. Сейчас инструменты принесем. Красавец. Вот это селедка. Вот это селедка. Ну, десяточка-то есть, может побольше. Не, побольше. Килограмм 12-14. Да? Подожди, мне еще сфотографироваться с тобой надо. Куда ты? Нет, нет, нет. Килограмм, не, ну, 12-14 однозначно есть. 12-14, ребят. Что-то тут прямо не знаю. Сейчас, сейчас отойдет. Ну, наконец-то Урнас отблагодарил рыбалочки. Хороший ты нашел. Сейчас отойдет, будем отпускать. Все, сейчас наш родной там мишонок пойдет домой. Сейчас мы его откачаем. Давай еще подыши. Осилили мы урского тайменя одного. Радость, радость, только радость и эмоции. Захотелось сразу покушать. Не зря мы три дня голодовали на Яуре. Ну все, я надеюсь, ждите. Еще у нас таймени будут. Это 100%, я больше чем уверен. Ну все, я выключаю. Пошла.
большим хватит. Так. Ну что, камеру немножко сюда направляй. Иди, неси эту камеру. Подводно. Кто-то нас ур разбаловал. За 20 минут второй таймень. 12-14. Сейчас, ну, наверное, 6-7 где-то килограмм такой. Все хорошо. Все идет по плану, как и планировали. Рыбалка началась на третий день. Так. Двоих вытащил, одного нет. Все с одной ямы, кстати. Камеру что, не умеешь подвигать, что ли? Давай, вытащи сейчас.
держался-то на честном слове, если честно. Если честно, держался на честном слове. Друзья, сейчас тебя камеру заберу. Да. Обмотался весь, да? Тут даже обмотался. Грамм 7-8 то есть, но что-то я поначалу мне показалось. Поначалу-то показалось, что он это килограмма 3-4-5, не больше. А, кстати, и у таймени есть такая штуковина, что поначалу, когда крышь, не поймешь, сколько он весит. Я думаю, сначала мне казалось. С ямы. А если стечение вот так, то сразу ты не поймешь. Пошел. Сейчас пойдешь. Сейчас сфотографируемся с тобой. И пойдешь, родной. Вон, я не знаю, зарубка это не зарубка. Похоже на зарубку, что ли? Если ты мешатники зарубку ставят. На видео у нас с Томишонком сними-ка. Красиво как. Все хорошо. Сразу. Такой же. Это сказка, ребят. Но мы этого 3 дня ждали.
Может, принести? Ну, давай чистые инструменты, ну, принеси что-то. Так и беру. Небольшой. Ну, сегодня уже всяческие нам размеры попадались. Ты все, хорошенький ты мой. Ну да, там зазубрина была на том-то имени. Кто-то его уже ловил и поставил. Ну. Все. Азарт – великое дело, как говорит дядя Леня. Уже почти стемнело, а он все гонится за отойменем. Хотя уже сколько наловили-то. Вот такие дела. Если сейчас поймает одну, будет третья уже после обеда. Бог любит троицу, и поедем уже, наверное, домой. Надеюсь. Ну что, никак?
вообще ничего не хочет. А все равно кидает. Ух ты! Идем посмотрим. Что-то крупное, да? Шла. Расслабился называется, ребят. Уже думал, все у меня. Но тут и это. Крючок, конечно, детский. Ничего страшного. Можно считать практически этот зачет. Ох ты! Вышел ночью погулять, а тут монгол бензин сливает с моего бака. Ты зачем, Йока? Не знаю даже. Я не видел. Смотри. Что, ты все залил везде? Ярко что-то. Ну а как ты хотел ночью снимать и не ярко что-то? Я хотел ночью показать наш это лагерь. Живем. Это у нас какая ночь? Четвертая? На реке, да? На реке. Четвертая. Там две. Здесь одну ночевали. Четвертая. Наше скромное жилище. Печка, карематы. Снегирь. 3T-лонг или как она? 3U2. Снегирь слышен. Но это не реклама, ребята, не подумайте. В коем случае. Это даже не моя палатка. Да. Друг у меня есть, Олег Викторович Валенецкий. Если кто смотрел мои зимние походы на север, там я мотобур с собой брал тоже. Олег Викторович Валенецкий, у меня баканский путешественник. Подогнал на поездку. У меня у самого зимней палатки-то нету. Поэтому пришлось взять. Хотел меньше, но сейчас не жалею ни в коем случае. Тяжеловато было забираться, но зато уют и комфорт. Уют, ребята, и комфорт. Провод
тянется. Что сделал? Я тут не причем. Пьяный монгол опять бензин сливает. Я не знаю. Так а тут какие комментарии? Тут это, с поличным поймом. Я тут не причем. Не знаю, при чем, ни при чем. Я думал, тут можно доверять всем. Тут только стемнело, бензин пошли сливать все, кому не лень. Боялся местных, а тут же свой. Я решил Манфрото свой фонарь проверить, стоит он этих денег или нет. Это уже полтора года, как он у меня, или год. Я его сильно не испытывал. Ну, по яркости, походу, стоит. Ну да. Лодка в ночи. Лодка-фрегат. 480 Lightjet, переделанная полностью Jet Extreme Service. Баллоны мы сверху, это наше произведение, потому что стандартная идет без фальшбортов. Ну, это лайтовская версия, необычная, красный цвет исполнения. Попросили на заводе фрегат, нам сделали 3 штуки. 2 дома стоят. До этого я ездил на 480-х простых джетовских. Сейчас лайтовского взял себе, сделал. Теперь могу, к концу сезона могу на 100% сказать с уверенностью. Эта лодка лучше. Мы ее настроили, довели. И по меликам, и грузоподъемности, и пороги лучше берет, и меньше воду заливает впереди, то есть нос гораздо мощнее. Lightjet рулит, ребята. Что обращайтесь. Jet Extreme Service, мы вам предоставим такие лодки. И переделаем. Переделаем так, как вам захочется. Под любые задачи. Ну что, Йоко, будем спагетти с сыром делать. У нас все круто. Спагетти, сыр, тушенка, все есть. Ёлка где-то спрятался. Я буду раздеваться. Дело сделал свое. Это была подстава. Это была подстава.
Все, печурка у нас работает. Печку я купил перед отъездом. Печка, правда, одноразовая, если честно говоря. Мне сильно кочегарить нельзя. Но эффективная, тут спору нету. Где-то на 3 часа хватает полностью забить. Если говорят на 6, все, это ерунда полная. На 3 часа хватает. Не, ну еще палатка, видишь, не это. Если бы у нас палатка была полностью снизу и сверху заделанная, то, может, и тепла бы и побольно дольше бы хватало. Ну, ладно, будем кушать. Свое жилище показали. Завтра вниз дальше пойдем. Завтра дальше будем таймени ловить на камеру и отпускать. Ну, дай бог, если он будет, конечно, попадаться. Ну, ладно, что. Z-Extreme – профессиональная фото- и видеотехника. Бинар – магазин фототехники.